Поехали, посмотрим! Привет! Сегодня в мое кафе должны приехать автовозы. Давайте быстрее! Где там это кафе? Не знаю! Вижу, вижу! Быстрее! Аккуратнее! Здесь дорога плохая! Тормози! Мамочки! Сказали же, аккуратнее, медленнее, значит. Бедные мои автовозики! Вы не ушиблись? Желтый. А зеленый нужно собрать. Помогай! Впереди что? Кабина. А за ней прицеп. Спасибо. А поможешь мне погрузить на платформу машинки? Ты помнишь, какие машинки вез зеленый автовоз? Я вез грузовик и пожарную машину. Грузовик и пожарную машину. Значит, ты вез полицейскую машину и мусоровоз. Автовозы, поедете в мое кафе? Первый автовоз. Второй автовоз. Третий автовоз. Добро пожаловать! Что будете заказывать? Мне, пожалуйста, банановое мороженое. Банановое мороженое. А мне леденец на палочке. У меня есть шарики, а есть сердечко. Сердечко. А мне лимонад. Лимонад есть у вас? Лимонад. Сделаю. У меня есть лимонад. Веселые шишки. А еще есть лимонад. Солнечные одуванчики. И зеленый напиток. Травяной сбор. Вот. А можно смешать все три вкуса? Конечно! Я обожаю все смешивать. А ты? Немножко смыти. Одуванчик. И шишка. Осталось все перемешать моей палочкой-мешалочкой. Пожалуйста, ваш лимонад. О, как вкусно! Пока мои автовозы отдыхают в кафе, давай с тобой подумаем, что мы можем сделать, чтобы движение на дороге было безопасным. О, бетономешалка! Отличная идея! Бетономешалка поможет мне сделать из пластилина лежачего полицейского. Нужно открыть барабан. Смотри, открытый замочек. Загружаем пластилин. Сначала розовый. Он очень красивый. Закрываем. Бетономешалка отправляется на работу. Я бетономешалка. Бетон выгружаю.
пластилин закончился. Открываю следующую банку. И еще одну. Чем ярче будет наш ограничитель скорости, тем лучше машинам будет его видно. Отличная работа! Теперь даже те машины, которые едут очень быстро, будут притормаживать и ехать аккуратно. А ты когда-нибудь видел, как выглядит настоящий лежачий полицейский? Поехали посмотрим! А на чем мы поедем? На машине? На автобусе? На такси? Или на поезде? На машине! Здорово! Видели, как притормозила машина, когда приблизилась к лежачему полицейскому? А вот так выглядит знак «Лежачий полицейский». Машины могут увидеть его издалека. А ты знаешь, почему на этом участке дороги нужно ехать медленнее? Потому что здесь пешеходный переход. Водители, будьте внимательны, уступайте дорогу пешеходом. А тебе понравилось лепить из пластилина лежачих полицейских? Ты можешь сделать это дома сам. Увидимся в следующий раз в шоу. Поехали посмотрим!